Всем привет, вы на канале Злада ТВ, с вами ваш тренер Зунков Андрей, это рубрика «Футбол». Тоже решил изменить рубрику «Футбол», буду на фоне себя показывать. Причина... Некоторым родителям не нравится, что я снимаю детей, поэтому я решил детей исключить вообще. Они будут просто на заднем плане, но без них никак. Поэтому рубрика «Футбол» буду... смотреть, рассказывать, ну, в общем, что-нибудь придумаю, чтобы не умерла эта рубрика. В общем, начали играть, играем 1-1, победитель остается. Играет сейчас Ксюша против Андрея. Ну вот, Ксюша, наверное, да, выиграла. Вот так вот. Пока Ксюшу никто не может обыграть. Я против Ксюши, поехали! Ксюша все-таки победил. Победил Глеб. Сейчас играет Леша против Глеба. Даже интересно, кто победит. Есть! Выиграл Леша. Егор против Леши. Надо с другой стороны. Вот. Егор выиграл. Тимофей против Егора. Поехали. Вот это борьба. Ребятам по 4 года. Есть. Выиграл Тимофей. Миша против Тимофея. Кстати, Тимофея очень сложно победить. Есть гол! Но Мишка выиграл. Сумел. Сейчас играет Арина против Мишки. Отбирай, отбирай, не бойся. Убегай, не было гола. С другой стороны. Аринка! Отбирай мяч, не бойся. Ну, играй, играй, две штанги. Это не гол. Вот, убей, бей поворотом. Есть шанс у Арины забить. Стесняется еще.